Окей? То есть головой надо активно работать и шеей. Шопа, да, сюда, ну или там, да, не разница.
боится. Можно, конечно, делать не кё-то, а, ну, взять. Но я лучше делать так.
чувствуете? Вы не можете никуда деться, и я просто одним движением вам кисть оторвать. Вот и все. Так удобнее? Окей. Долго возитесь, смотрите. Вы вот почему-то вы решили, что вы должны развернуться и оказаться здесь. Вот смотрите, вы вот так. Поэтому у вас очень узкий круг, и вам очень долго ходить. Он стоит. Смотрите, что можно делать. Что я должен делать? Смотрите. Вот я взял движение. И вышел сюда. По прямой. А он падает. Вот достать мне не может, я у него за спиной стою. То есть вы сами себе делаете весь этот геморрой. Это совершенно не нужно. Не нужно закручиваться, перекручивать. Да. То есть, опять же, так же, как в бросках. Я не сворачиваюсь вот так. Я просто вхожу сюда. Этого достаточно, чтобы был человек. Даже без подмога, без подсечек, без ничего. Долго. Вы не пользуетесь головой. И в переносном буквально смотрите. Вот так. Вот вы вошли. Опа. Все. Что у нас там дальше-то было, я забыл. Ну, по этой полный повар. Окей, пробуйте.
например, не получилось, и у него пошел второй удар, второй. А, то есть ты... Не получилось, ну, хрен с тобой. Садитесь, мужик, чем больше, вот, чем больше. Вот. А теперь вот сразу... То есть вы понимаете, как это очень скромно, садитесь туда. Надо, самое главное, именно вот когда вот вы такие вещи делаете, ставить колено так, чувствуете сами, чтобы, чтобы его вынесло. А так это... Это таким. Причем, вот смотрите, когда вот выполняешь, ничего не замечаешь, мячик свободный там у меня, да? Так же точно я могу на этой раскрутке вот там пошел. Вот, да. На пользу ему пойдет, потому что он должен привыкнуть. Вот. С другой стороны, если этот навык просто наработается, это будет очень полезно. Как только кто-то попадал, сразу бейте. И все. Демократическая катастрофа, я на вас попрошу. Вы приводите. Всегда готов помочь ученику. Окей. Три! Зато прячешь, да, по крайней мере прячешь. Два. Три. Один. Четыре. Два. Три. Два. Один. Пять. Три.
Александр Владимирович стоит, да, вот вы стоите, вот когда стопнули, мы видели, и сильно резко рука поднялась. Пора, нога сама взлетела. Куда? Вы сейчас будете с вами говорить поработать. То есть вот встали, стопнули, нога вылетела, ударили. Используем вот опору именно. Вот встали, бам, толчок, нога вылетела. Все, вот, когда вы ставите, видите, я на носке остаюсь, а вы пяткой касаетесь пола.
И вам уже оттолкнулось, и труднее, вы потеряете место. Да, вы мне это первая нога тянет за собой вторую. Да, только это одно целое. Да, по частям начинаем отрабатывать. Да, 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 выкинул. Опорную, упор, дарили, дернули таз, можно опустить в эту,
от того, с какой силы вы дернете. Сила отдачи. То есть вот противник ударит, и все равно есть отдача. Используйте эту отдачу себе в пользу. Отдача не сильная, я опустился сюда. Отдача сильная, я встал сюда. Я все равно в любом случае оказался в исходной боевой стойке. То есть восьмисторонней стойке я в любом случае прихожу. Понятно? Давайте попробуем. Ну, первое движение, то есть вот эта винтовка, она служит базой. Топнули, и нога полетела сразу. Она взлетает автоматически. Подкидываем. Можете взять лапы, салфа, давайте попробуем, это будет лучше, возможно, понятнее будет. Угол атаки как раз лапы, где-то по 45 градусов. Да. Да, прямой ногой.
Да, это не шаг, а скорее всего, старый весь снимал, я не думал, что не заводит. Вот так, на пару.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
колено показывает. Вот задача, вот смотри, как бы забежать его. Раз, слегка опору, потому что если вы сильно будете опираться, не получится. То есть вы коснулись, слегка оттолкнулись, подлетели второй ногой, делаем как бы удар в воздух пока, в имитацию. То есть чисто забегание. Раз. Понятно? Упражнение очень простое. Меняйте параллель параллеля. Вот я встал, вот так же делаю. Понятно? Быстрее, то есть, Макс, быстрее ногами стреляй. Да, ногами стреляй. Скорость ног очень важна, что именно быстро. Это то же самое. Вот вы бежите, ноги поднимаете. Это аналогично тому, что на стенку. Аналогично это самое. И кроме того, вы вот бег с высоким подниманием колени есть, это то же самое. Только вы бегаете с высоким подниманием колени по лестнице вверх. Одно и то же движение. Давайте попробуем пару. Делаем, конечно, аккуратнее. А может быть, уже лапу сделать? Ну ты не бей просто. Ты не бей, ты просто там первого, смотри, забегай. Раз, сказал, то есть это самое, вот это легкое движение. Thank you.